В ходе презентации я поделюсь опытом передачи модели реальности из Bentley Context Capture в Revit. С помощью программы Bentley Context Capture мы создали цифровую копию монумента независимости по фотографиям. Пользователи поставили задачу передать модель из Context Capture в Revit. Функционал создания 3D по фото есть и в Autodesk Recap, но он уже на старте проигрывает решению Bentley Context Capture, так как у Recap ограничение не более 1000 фото, но для качественного результата этого мало. Сначала мы хотели передать объект в виде сеточной модели. Context Capture на выходе предлагает различные варианты форматов файлов, среди которых форматы, изначально поддерживающие уровень детализации, а также форматы, поддерживающие только сетки с одним разрешением. Но из всего разнообразия для импорта в Revit был доступен только родной формат Bentley DGN. Но Revit может принимать файлы DGN только если в них содержится твердотельная геометрия, а файл с сеточной моделью реальности Revit прочитать не смог. Мы решили зайти с другой стороны и передать цифровую копию объекта в виде облака точек. Context Capture на выходе может сформировать такие форматы файлов облаков точек, популярный формат LAS и внутренний формат Bentley POD. Получать на выходе облака точек в Context Capture можно по результатам как лазерного сканирования, так и по результатам обработки фотографий. Мы сохранили модель в формат LAS. Но напрямую в Revit этот формат импортировать нельзя, так как в Revit поддерживаются только внутренний формат облака точек Autodesk Recap RCS, а также формат проекта облака точек RCP. К сожалению, начиная с 2018 версии, пользователи Civil 3D также лишили возможности импортировать другие форматы облаков точек, кроме как полученные из Recap. В настоящее время, кроме Recap, только Autodesk InfraWorks поддерживает импорт популярных форматов облаков точек. Для сравнения, в Bentley Open Buildings Designer поддерживается существенно больший список форматов файлов облаков точек. При этом Open Buildings Designer не только является альтернативой Revit, но также имеет ряд возможностей из InfraWorks и Navisworks. После обработки файла LAS в программе Recap на выходе мы получили RCS файл, который загрузили в Revit. В процессе загрузки файла может появиться следующее уведомление. Координаты точек в файле облака точек, которые вы пытаетесь импортировать, превышают 30 000. Если появилось это сообщение, значит координаты облака точек выходят за рамки ограничений Revit. Для решения этой проблемы нужно импортировать RCS файл обратно в Recap и воспользоваться функцией обновления начала координат, а затем пересохранить файл. После этого облако точек передается в Revit. На этом все. Вопрос решен. По другим вопросам функционала или покупке лицензий обращайтесь по адресу bentley@softprom.com.